Если такое действительно произойдет, и мы действительно пойдем на шаг вперед, потому что освоение Луны, вот это, в общем-то, это та же самая наука. Это где-то опять говорит о том, что мы начинаем возрождать нашу науку. И в общем-то, если Рогозин говорит правду, это на самом деле будет, то если мне позволит здоровье, то я через 20 лет обязательно воспользуюсь таким интересным событием и тоже посещу. Вот, если это делать какие-то экскурсии, если это будут экскурсии на Луну, то почему бы и нет? Это очень интересно.